Я задам тебе вопрос о том, чего я не могу понять. Валяй. Когда мы познакомились, мы показали тебе кухню. Ну да. И что? Мы показали тебе все. Систему, секреты. Мы были раскрытой книгой. Так почему ты просто не взял и не... Украл их? Украл ваши идеи, сбежал и начал свое дело, используя ваши разработки. Я бы провалился. Откуда ты знаешь? Я был единственным, кто бывал на кухне. Вы, наверное, многих туда приглашали. И что? Сколько из них стали успешны? Многие открыли свои рестораны. Такие же, как Макдоналдс? Конечно, нет. Никто не смог и не сможет повторить успех, потому что у них нет того, что делает Макдоналдс уникальным. Чего же? Даже ты не понимаешь, что это. Так просвети. Дело не только в системе, Дик. Дело в названии. В этом славном названии Макдоналдс. Такая компания может стать всем, чем захочешь. Для нее нет границ, и все возможно. Оно звучит как Америка. Сравни с Крок. Крок. Крокодил. Не внушает доверия. Ты бы стал есть в таком ресторане. В этом слове есть что-то грубое, славянское. Крокс. А вот Макдоналдс — совсем другое дело. Это красота. Да, человека по фамилии Макдоналд все уважают, и ему все удается. Вот уж совсем не согласен. У тебя в кармане разве не лежит чек на 1 350 000 долларов? Прощай, Дик. То есть, если не можешь побороть, купи? Я помню, как первый раз увидел название на вывеске над вашим рестораном. Это была любовь с первого взгляда. Я сразу понял прямо тогда, что должен его заполучить. И заполучил. Ничего ты не заполучил. Ты в этом уверен? Прощай, Дик.